богатство. Это она, как настоящий руководитель, стремится совершенствовать исполнительское мастерство, приближая ее к профессионализму. За годы ее работы ансамбль достиг многого. Они победители фестиваля, посвященному столетнему юбилею со дня рождения Сары Садыковой. Лауреаты второй степени международного вокального конкурса «Возрождение» за большой вклад в развитие татарской национальной культуры. Народный вокальный ансамбль награжден почетной грамотой Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Министерства культуры Республики Татарстан и почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан. Аплодисменты, друзья! Шишма ансамблінің ұмышы қызларының тұрыш болуының нәтижесі. Талантлы, тұрмыш сүйешен һәм жырға ғошик артистлар бір тамашашыны да бетарап қалдырмай. Сегодня все улыбки, все слова поздравления только для вас. Вы этого заслужили. Еще один сюрприз для вас. Вас сегодня пришли поздравить. Еще один народный вокальный ансамбль. «Калинушка», друзья! Добрый вечер, уважаемые зрители. Дорогая наша Танюша, Татьяна Николаевна. Родник журчит, и чечма журчит. И пусть никогда не иссякает этот родник, родник удивительной песни. И желаем, конечно, Чишме долгих-долгих лет творческой жизни. Пусть не прерывается, пусть он течет, течет и течет. Ну а вам, Чишме, мы желаем, конечно же, творческого вдохновения и много новых-новых красивых, чудесных песен. И, Танюша, дорогая, это цветы, и, конечно, от Калинушки. Да, спасибо, Брина. Да, и наш поклон за труды поклон.